Сегодня чудесная погода, солнечная. Вот такая примерно как там, но оно постепенно начинает сменяться ужасом, как там. Смотрите, вот такой вот ужас. Темно и страшно. Я испугался. Отменяю свою школу, походу в школу, и иду домой лечить чего-нибудь дома. Нет, я не ленивый. Просто смотрите. Смотрите, что творится. Было вот так хорошо.